Второе направление, второе действие, которое должно произойти для того, чтобы церковь стала снова развиваться. Церковь должна не только смотреть на себя, не только заботиться о себе, не только о своих семьях, не только о своих людях, но церковь должна посмотреть наружу, посмотреть на окружающий мир, ориентироваться вовне. Вот Иисус приходит в свою синагогу домашнюю, может быть, это синагога, которая тоже была на таком плато, застряла, и Он начинает говорить о благовестии нищим, о том, чтобы вернуть зрение слепым, о том, чтобы освободить узников, о том, чтобы освободить угнетенных. И он говорит, сегодня исполнилось Писание, ныне исполнилось Писание в моем служении. Он говорит, да, синагога должна быть здоровой, но при этом его интересует окружающий мир. И он хочет, чтобы и синагога шла в мир. Интересно, что людям в синагоге не понравилось то, что говорит Иисус. Прежде всего потому, что он называл себя Мессией, и они не могли такого себе представить. И они были готовы сбросить его со скалы, но он исчез. И вот еще что интересно. Он хотел идти совершенно не в том направлении, которое было интересно им. Они ждали Мессию, который придет и расправится с римлянами. Они ждали Мессию, который придет и восстановит славу Израиля. Они ждали политического Мессию, а не того, кто будет обращаться к конкретным отдельным людям. Они ждали совершенно не такого Мессию, который пришел. Так бывает и в современных церквях. Есть родители в церквях, которые не хотят, чтобы пришли новые дети, которые не хотят, чтобы пришли дети из мира, которые не хотят, чтобы пришли дети, которые курят. Они хотят, чтобы их подростки были в безопасности, чтобы они не видели всякой гадости, которая происходит вокруг, а новые подростки обязательно придут и принесут какую-нибудь гадость. Ну, конечно, церковь должна быть безопасным местом, но при этом церковь должна быть открытой для других. Я вспоминаю о церкви, которая находилась на спаде, но у пастора, у его жены было желание служить людям, которые страдают от зависимости. И они начали служение, которое в свое время начал еще Рик Уоррен, который называется «Радость восстановления». По пятницам церковь начала открывать свои двери для наркоманов, для людей, которые находятся в зависимости от секса, для людей, которые находятся в зависимости от алкоголя, для тех, кто действительно сокрушен в жизни, для тех, кто недавно потерял работу, для бедных, угнетенных, зависимых. И каждую пятницу по вечерам на протяжении 10 лет проходило служение «Радость восстановления», «Радость исцеления». Сначала было поклонение, потом настоящее изучение Библии, проповедь Библии о свободе во Христе. Затем люди разделялись на группы для наркоманов, для сексуально зависимых, для алкогольно зависимых. То есть каждый шел в свою группу. Люди, у которых проблемы в браке, созависимые люди и так далее. Для мужчин были группы, для женщин группы о браке. Группы для тех, у кого проблемы в воспитании детей и так далее. По пятницам радовались этому восстановлению, которое возможно в Иисусе Христе. И люди стали приходить в церковь. И церковь снова ожила, потому что люди обратились в мир.
и люди из мира стали приходить в церковь. Еще один способ посмотреть наружу, посмотреть вокруг, заключается вот в чем. Некоторые из наших церквей на протяжении 6 месяцев в году специально призывают членов церкви приводить в церковь, приглашать в церковь своих друзей. Что я имею в виду? Ну, например, в январе мы в церквях проводим воскресенье, когда мы выражаем благодарность учителям. То есть все должны при этом, или всех мы при этом побуждаем, привести в церковь, пригласить в церковь учителя, преподавателя, школьного преподавателя, преподавателя иностранного языка, тренера по дзюдо, инструктора из автошколы. Ну, вот любого преподавателя, того, кто чему-то учит, и, соответственно, того, кто вкладывает в их жизнь. И в это воскресенье мы выражаем благодарность тем, кто учит других, кто обучает других. Может быть, короткая проповедь из Библии о том, что Иисус — главный учитель. Затем такой прием небольшой, фуршет, угощение, возможность пообщаться. Но смысл заключается в том, чтобы уделить внимание вот этому гостю, которого пригласили в церковь. Не просто общаться друг с другом, но встречаться и с новыми людьми. В феврале, например, к Дню всех влюбленных, можно устроить воскресенье для семей. То есть в это время, в этот день проповедь о семье и пригласить знакомые семьи вместе благодарить Бога за семью и выражать поддержку семьям. Бывают воскресенья, посвященные бабушкам, дедушкам. И идея в том же самом. Пригласите бабушку, пригласите дедушку. Соответственно, библейская проповедь, соответственно, угощение и фуршет после богослужения. День матерей, день мужчин, день женщин, день отцов. День друзей. Просто пригласите своих друзей. Некоторые церкви устраивали день пожарника или день полицейского. Тогда в церковь приглашают полицейских. День государственного чиновника. Тогда в церковь приглашают государственных чиновников. И благодарят их за их труд. То есть идея в том, чтобы приглашать людей, которые иначе в церковь не придут. Но в церкви особый день, особый праздник, и двери открыты. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. И третий совет, третье, что должно произойти для того, чтобы развернуть церковь. Напомню, первое — это лидеры должны вернуться к доверию, возвратить доверие, и должны быть лидеры, которые умеют руководить. Дальше, нужно приглашать людей, важно приглашать разных людей, принимать разных людей в церкви. И третий аспект, который нужен в церкви для того, чтобы она снова начала развиваться — когда приходят новые люди, надо четко понимать, как их вовлечь в служение церкви. Моя супруга на протяжении 3 лет работала в, ну, скажем так, в служении гостеприимства в церкви. И она понимает, как устроено это служение. Ее задача заключалась вот в чем. Собрать имена тех, кто впервые пришел в церкви, также, возможно, имена их детей, почту электронную. В разных источниках это можно было получить, допустим, в детской комнате церкви, у тех, кто встречает людей и так далее. Но каждый месяц, раз в месяц, мы проводили обед для гостей. Иногда это называют обедом со служителями, обедом с пасторами. Идея заключается в том, что если человек пришел в церковь один раз, то это гость. Потом он приходит снова и снова, и он все равно гость. Он осматривается. Он пытается понять, нравится ему это или нет.
А потом приходит момент, когда гость решает присоединиться к церкви или, по крайней мере, больше узнать о церкви. И некоторые церкви при этом говорят: «Хорошо, давай вступай в церковь, иди на занятия для членов церкви. Вот тебе доктрина, вот тебе все, что ты должен знать». Но человек к этому еще не готов. Ему нужен обед с пасторами, обед со служителями, где ему рассказывают о том, что это за церковь, где он слышит ответы на свои вопросы. И такие обеды проводятся раз в месяц для того, чтобы людей как-то расположить, для того, чтобы открыть людям, что такое церковь, показать людям, что такое церковь. И там мы им говорим о том, что есть у нас и библейские занятия, и библейские уроки, самые разные классы, разные служения. Есть смысл, наверное, пригласить детского пастора, лидера детского служения, лидера молодежной группы. Можно столики для этого специально поставить, чтобы человек мог пообщаться с разными людьми. Так что здесь можно продумать, каким образом вовлечь гостей в служение церкви.